Давайте еще последний раунд, потому что надоело. Вниз! А все остальные персонажи только... И здравствуйте, с вами снова я, Карл Джексон. Да, возвращаемся к многоигровочкам. Первая игра называется Silent Fighter. Что это за игра такая? Даже не знаю. Какая-то японская игра. Не знаю. Ну давайте, вы. Пофиг уже, давайте. Типа вот так вот. Ходим, стреляем. Вот можно стоять. Она аккуратно. Тут можно стоять? Да, можно. Какая-то непонятная. Ух ты, ух ты, ух ты. Что-то они говорят, я не понимаю, о чем. Ой, это что за глюки? Ну, я не понимаю. Не, чуваки, это не игра, это какая-то фигня. Чука, что за чука? Щука. О-о-о-о! Знакомая игра. О, так ж. Вот вы думаете, возможно, именно из этой игры взяли этого самого Аладдина 3. Ну, похоже, да. Да, чё? Реально похоже? Чё? Почему нет? Ну, где-то анимация, это падение было в сторону. Ладно, это тоже фигня. Дальше-ка дальше идем. Вонг Чамп боксинг. Наверное, какой-то там бокс будет, да? О, давайте. Да. Нейм какой-нибудь там. О, так это ж... О. Вот чтобы комбить и все. Че такое? Переигрываем во все игры, понимаете? Переигрываем. Потому что я регион поставил не тот. Надо было сразу проверять заранее, ладно. Зато хоть экран будет нормальным. Через тот эмулятор зато хоть. Ну может не надо. Выберем другого персонажа какого-нибудь просто. А чё бы нет. На оригинальной скорости. Вау, я уж думал, я упаду. Но нет. Не упал. Так, давайте-ка попробуем. Давайте-ка попробуем. Сохранится и... Вау.
не знаю, чуваки, как там разговаривать с кем-то. Будем брать все варианты. Так, вот это новое произошло. Давайте четвертый вариант. Ну, первый опять вариант. Короче, чуваки, я не знаю, что тут должно произойти. Чука, опять поиграем в эту игру. Это вылетающего пацана Чука Тайсон. Тайсон, Майк Тайсон. Давайте быстрее уже. Ну да, это же... оригинальная скорость. Ай-яй-яй. Да, такая небольшая многоигрочка, 4 игры в одном. А ну да, сквозь камень нельзя стрелять. Да, вот здесь я и погиб, ну ладно. Контроллер, да. Чё, опять бокс? Побоксируем? Так, ну, пофиг на имя. Попробуем. О! Так, как... ага. Теперь скорость-то уменьшилась. Зажал его. Это вам не Punch-Out. Это полегче будет. Один и тот же противник. Просто подзажимаем. Я выиграл! Типа, Трипл KO, ты KO. Получается. Еще раз давайте попробуем. Вот так вот засадили. Зажал. Ау-ау-ау. Угу. Ау-ау-ау. Все, опять я выиграл. Эй.
играть еще последний раунд, потому что надоело. Ау-ау-ау! Ау-ау-ау! Кстати, да, Punch-Out я удалил, потому что, ну блин, это нечестно. Просто включал тупо запись, а на самом деле надо проходить на живую. И без комментариев. Да. Теперь научился пользоваться камтазией. И все, мне это вообще не как нефиг делать. Просто взять и записать. Так, время вышло, отдыхаем. Так, второй раунд. Зажал. Ну все, я опять его выиграл. Ну понятно, опять я выиграл. Да, можно еще на двоих играть, но... Нифига! Давайте попробуем. Вот это точно последний. Нифига! Дай, как он меня зажимает, он просто зажимает, чуваки, это вам. Сложность растет. Все-таки вы. 4, 5. 6. Ага. Дальше идем. Ау. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, встает. Я опять выиграл. Ну все, надоело мне уже в это играть. Я знаю, до какого состояния надо играть, чтобы хоть что-то понять. Ладно, неважно. Shift Delete. Какой Shift Delete, что я говорю? Ctrl R. Ну все, последняя игра на сегодня. Tiny Toon Adventures. Та самая игра на... Извиняюсь. Которая была, блин, чуть-чуть, это просто отдельная история. У меня с этой игрой просто... Понимаете, просто... Это ж такая игра просто интересная, на самом деле. Будет потом отдельное прохождение этой игры, там, я ее полностью пройду. А тут я так, от балды просто пройду. Как пройду? Может быть, не пройду? Эх. Может, секретку вам показать? Короче, чуваки, все, я понял, я вам показываю секретку, Ctrl-R, да. Только вот я не знаю, какая из этих кнопок какая. Ладно, сохраняемся. И, значит, получается, нажимаем на вот заставки А, Б, 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 Select, 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 А, Start.
Это так? Это так, да. И вот мы попадаем на выбор уровней. Мы начинаем с первого, конечно. Так, побегал. Кого же мне выбрать? Давайте-ка в первом уровне выбираю кота всегда. Что? Потому что... Вот... Если нажать на центр крестовины, то персонаж разгоняется задом. И бежит очень быстро. На этом эмуляторе, да, вообще, мне кажется, ни на одном эмуляторе так нельзя сделать. Конечно, можно на стопе попробовать. Кстати, чуваки, ладно, я буду тестировать на каждом эмуляторе вот эту вот игру конкретно. При вас прям. Ну вот, как вы видите, кота. Кстати, я не помню, а тут сортировка прямо по этим или как? Ну-ка сейчас попробуем. Если я сейчас выберу вторую рунду, я же попаду опять-таки на этот? Ну да. Давайте по-честному. Каждый уровень с кролика будем... Кроликом каждый уровень буду проходить, наверное. То есть тут либо пройти уровень, либо... Что еще? Ух ты! Если проиграл, то следующий уровень! Да. Так. Ну да, тут все кота надо выбирать. Кота и кота. А сейчас будет девчонка, нафига я кота выбрал? Нафиг где девчонка? Да, правда. Я же... За доли секунды она могла бы меня поймать, если я в эту дверь бы не зашел. И было бы да. Если попасться этой девчонке, то она, получается, вас на самое начало уровня отправляет. Не на самое начало игры, а начало уровня, да. Так, ну кого? Опять кота убираем. Подземелье, по идее, сейчас будет. Так, тут сохраняться не надо, потому что... Эть! Так. КТ. Да какого лешига? Да тихо. Там-там. Да. Босс! Босяра, злой. Можно убирать кого угодно. Ты куда ты на бандыгарку? Боссов пытаться завалить подкатом не вариант. Вот и так, дальше идем. Они дают ключи, которые потом можно использовать в особняке Монтана Макса. Ну вот. Вот как бы тут нельзя не взять ключ. Если ты не возьмешь ключ, а музыка кончится, игра не закончится. Потому что тут стопудово надо взять ключ. То есть ты нельзя потерять ключи по пути. Потому что я не знаю почему. А прикиньте, реально. Ладно, давайте дальше идем. Это уже подводный уровень. Ну я возьму от балды этого самого. Утку этого плакидака. Так, кстати, нам дают советы, кого лучше взять на этом уровне. Это утка, которая Ширли. Вот так вот. Тихо, берем. Ну да. Как и можно было предположить, как и я. Сейчас же ведь не будет пока что. Или будет? Будет? Да. Сейчас подводка. Вот вы понимаете, почему лучше убирать утку в этой... В этом уровне, ну... Потому что утка умеет плавать наверх и вниз. А все остальные персонажи только на
турбопрыжке. Да, взял ее, чтобы... А зачем сюда-то вниз? Да вниз иди! Так, тут опасно, вообще очень опасно. Так. Ауч! Да, уткой тут удобно! Да. Идем дальше. Ну, тут уже пофиг кого убирать, потому что это уже такой уровень. Сейчас девчонка будет, точно. Там она мама, мадам, парам, парам, бам, мам. Так, дальше идем. Ну чё, так. Ну пофиг, давайте утку опять возьмем. Кого воду тут можно выбирать, да. Пятский корабль, Чё они наверх не хотят прыгать? Алло, пират, ну фиг с тобой. Вот сейчас, понимаете, я не знаю, я вниз не нажимаю, он сам отпрыгивает от них. Это либо версия такая за... Да, заквоить не найдется. Реально, прижимается к тупику. О! Вот про это я и говорил, чуваки. Так, чё? Не-не-не, дальше. Все. Все, заходим. Легко так. Знаете, чуваки? Так вот. Вот так, вот так, вот. Вот так. О! Изи! Ауч! Ай, падает! Ау! Ну да, тут 10 уровень, это опять босс. Выбираем кого угодно. На боссах выбирать можно кого угодно, так как это же босс. Если ты начал уровень с босса, то ты всегда будешь кроликом. Да. Дальше идем. Переход на третий уровень. Так, а как кто там третьим-то нам нужен? Возьму, короче, котопса этого. Пса, просто пса, котопса. Блин, надо было кота взять. Реально, тут котопёс реально нужен. Тут когда-то нужен кот, чтобы лазить в лесу. И пес под землей. Сова, блин. Тетушка сова. Вторая тетушка сова. Белка. А где стрелка? Превращаемся. Да, чуваки. Этот пес, он может расшибать своим этим... Своей этой суперспособностью, этим своим торнадо. Вон злой Соник. Этим своим торнадо он может расшибать эти деревянные блоки. Да, вниз нельзя спрыгнуть, да. Можно только вот таким вот способом. Да, чтоб сердечко подобрать. Ну да. Главное на счетчике, что мы собираем, у нас нарисованы морковки. А в данном уровне, кстати, я так не пойму. Не то желуди, не то... Вообще это желуди. Откуда тут могут взяться эти самые... яблоки. Так, ладно, дальше идем. Возьму кота. Возьму кота. Возьму кота. Тут котопес реально нужен. Вы издеваетесь, а бонус-то, блин, внизу. На нах. Кстати, что это? А! Да вы с ним вы шутите, на нам угораете, что ли? Да он почему так высоко? Бред какой-то! О! Я прыгнул!
Прыгаю вниз! Бездна! Так кто? Пес. Берем пса там. Там же сейчас девчонка! Тут можно кого угодно брать, потому что девчонка как босс. Если на нее попасть, то тут никаких бонусов не будет. Тупо просто бежать. Да, вот. Смотрите, что будет, если попасть с этой девчонки. Да, вы поняли. Попали мы опять в этот светлый лес. Да. Пес, потому что да. Зачем я сохранился? Дебилыч. Ладно. Заново загружаем. Чё? 14-й, да? Да, 14-й. 14-й уровень еще выбираем. Все, и никуда не нажимаем. Не сохраняемся. Да. Между уровневыми. Погодите, кое-что надо убрать, потому что. Не спамил мне тот телефон, то что типа что-то пришло, ладно. Ах ты ж! Летучие мыши! Да, башка у них прям такая же, как у этих мышей. Розовых. Босс-оборотень. Кого угодно выбираем. Потому что да. Но я видел в спидране, там они не с красного прыгали. Там он издевается! Слева, но я забыл просто, ладно, неважно. Потом увидите мое прохождение. Скоро. Очень скоро. Так, а тут. Думаю, тут как. Не, я возьму тут, вот на этом уровне я возьму пса. Вот тут раскидываются банками, которые нельзя отбить. И шляпами, которые можно отбить. Причем этот уровень как будто бы в космосе. Вот посмотрите, как кидают банку. Вот видите, она летит неправильно. А, ну да, можно прыгнуть. Я не знаю, можно прыгнуть ли на голову псам, но то, что этим розовым собакам, которые кидаются банками... Вы дали, меня бы сейчас... О! Ее можно сбить, значит, ей на голову можно прыгнуть, этой собаке. Причем эта собака мне напоминает на... главного героя, тоже собаку, из игры... Блин, сейчас только что. Wacky Races, кажется, да? Которая может кидаться бомбами, там все такое. Так, ага. А тут кота. Да, тут кота, тут кота. Какая разница? Тут кого угодно можно взять, потому что тут все равно... Блин. Ух ты! Я вот никогда не воспринимал, что это эти крысы, это гайка. Ни разу не воспринимал. Так, а чё, а кто? Пофиг, утку убираем. Я знаю, что мы сейчас опять к девчонке попрёмся, но если нету тут никаких шариков превращающих. Вообще, не знаю, зачем её сюда поставили. Она ещё и не бегает. Она просто тупо застыла на месте. А, нет. Сейка разогналась. Поступай, если мы упадем ей прям на голову, то тогда она нас хватит! Ай-яй-яй! Ну что за... Он прыгнул прям сквозь текстуру. Он должен был прямо на нее попасть. Так, сюда. Вот так вот. Нет! А тут же еще время, чуваки. Ну да. Я
Я должен был на платформу упасть, но игра подумала, что я упал на девчонку. Так что, да. Так, чё там, 19 уровень, подземелье. Чё? Какой под... Подниматься вверх! Какой подземелье? Я уже совсем уже... Не знаю, чё, куда. Так. Чё, получается, это чё у нас? Это должна быть первощалка. Угу. Вот тут кота надо использовать. Хватит. Опять-таки, кота пёс использовался, хотя лучше пёса кот. Смотрите. Хопа! Всё, и меня не ранило. О, кстати, это же та самая птичка, за которой и в мультике этот кот, за которого я сейчас играю, гнался. Типа потомок Твити какого-то. О, она не исчезает в пыли. Это птичка. Она просто... А, ладно. Ну да. Двадцатый уровень. Обезьяна. Босс, да. Самый такой... Босс какой-то... Непонятный. Ну вот. Техника такая. Убиваем двоих этих... Маленьких. Причем мы если ее... Блин, ладно. Если мы ее задеваем, то она нам урона не наносит. Потому что... Единственный персонаж, босс, который... Чтобы нанести ему удар, нужно прыгать не ему на голову, а на голову его приспешникам, получается, да? Так, ну тут же пошли уровни такие... Так, а тут кого лучше выбрать-то? Ну, кота, наверное. Пятый уровень очень... Такой... Очень непростой. Да. И по сложности, и... Вообще по общей структуре мы... Бьем... Получается... Подбираем каких-то... Какую-то птицу мы подбираем. Пять птиц, по-моему, да, и... Все, нам ключ дают. Это получается мультяшный мир, да, мультяшный мир. Хотя это вот все мультяшный мир, ну ладно. Собственно, шестой мир, особняк Монтаны Макса. Тут лучше брать пса, да, потому что да. Вот это! Ментовый... Ментов тут до хрена. Так, вот сейчас вот вправо лучше не уходить, а то оттуда появится полицейский. Меня убило люстрой. Ладно. Не расстраиваемся. 23 уровень уже босс. Как быстро все, да? Ну да. Так вот отпрыгиваем от перчатки и бьем по башке. Монетки, как в Марио, не подберешь! Они нас убивают! Да. Кстати, на каждом боссе есть... Да, начинаешь все сначала. И, собственно, тут есть таинственный босс, который... которого можно встретить, если... В конце уровня, то есть после победы над каждыми вот этими боссами, типа доктор, пират, оборотень, горилла и все. Только после этих четырех этих можно встретить. А после пятого уровня его нельзя уже встретить этого босса. Если собрать 11-кратное, нечетное количество морковок, если собрать. Вот. В конце уровня, да. Короче, вот. Это... Дак Вейдер. Да.
Люк, я твой отец, точнее, Бастер, я твой отец, я тебя застрелю. Да. Такая вот отсылка к Звездным войнам. Нанах. Он причем опускается на такую высоту, где его можно просто тупо прыгнуть ему прямо на башку. Ну, на. Нельзя никого задевать, а то они тебя... Опа, мимо. Да, это по сути тоже босс, и... Если вы победите, получите 3 жизни. Ну, чуваки, в принципе, это все. Надеюсь, вам понравилось. Пока.